Меня зовут Алтынай, мне 28 лет. Я мама одного ребенка. У меня были тяжелые роды, разрывы и другие сопутствующие проблемы. Сразу после родов я стала замечать, что наша интимная жизнь с мужем сошла на нет. Я стала искать, в чем же причина, но во время интима я ничего не чувствовала, ровно так же, как и муж. И тогда я решилась на интимную пластику. Я долго взвешивала все «за» и «против» и в итоге сделала. Все наладилось, было хорошо, но спустя 1,5-2 года картина вновь повторилась, и все вернулось на круги своя. Я стала замечать, что уже не так чувствительно, как раньше, и надо было искать решение этой проблемы. Но вновь идти на пластику я не хотела. Искала, искала, и вот увидела рекламу школы Jade Gift об их авторской методике. Терять мне было нечего, и вот уже 3 года я занимаюсь тренировкой интимных мышц. За это время я укрепила свои интимные мышцы, вагинальный канал стал узким, и, в общем, доволен муж, довольна я. Хочу посоветовать всем восстанавливаться после родов, ведь каждые роды – это стресс для организма, поэтому восстановление нужно. А самое главное, что это можно сделать естественным путем, не прибегая к хирургическому вмешательству.